Сильные и ловкие. В столице Чувашии прошел смотр-конкурс юноармейских отделений «Зарница» о борьбе за победу. Юлия Важенина. Песню «Запевай» прохождение отделения с песней – одно из заданий смотр-конкурса юноармейских отделений «Зарница-2018». Во Дворце детского творчества собрались юноармейские отделения категории «Зарница». Это элита в этой категории. Здесь представлены 10 лучших команд города Чебоксары. Состязание в строевой и огневой подготовке, сборка и разборка автомата Калашникова, стрельба из пневматической винтовки. Всего 8 дисциплин. Победы в них и определят лучшую команду столицы Чувашии. Мы судим по критериям. Это строевая подготовка, как командир может докладывать, как он ведет себя и как учащиеся идут в строю. На это обращаем внимание. «Один за всех и все за одного» – девиз юноармейцев столичной школы номер 3. Эти ребята – постоянные участники «Зарницы». К этому конкурсу мы готовились очень долго. Хотели бы очень сильно победить, но появились какие-то ошибки. Мы плохо пели песни, не очень так хорошо, и неправильно выполняли команды. Один из конкурсов называется «Плакат». Здесь участники должны были изобразить историю российской армии в рисунке. Этим рисунком я хочу показать, какой была Россия, какая именно форма у армии была в разных веках. То есть, например, это самая первая форма получится у нас. Это в середине, и это более современная. В итоге лучшей названа команда «Сыны Отечества» столичной школы номер 40. Юлия Важенина, Алина Сусметова, Игорь Зверев. Республика.